Всем привет! Сегодня хочу показать резину от фирмы Касадака. Называется Spike Shed 90. Виброхвосты располагаются вот таких вот пакетиках с zip застежкой. Здесь находится 9 штук. Виброхвост имеет оригинальное строение. Форма тела немножко приплюснута и усеяна вся такими маленькими шипиками, которые то ли создают какое-то излишнее раздражение в воде, то ли внешним видом рыбу провоцируют. Ну, клюет на эту приманку щука очень неплохо. Резина достаточно жесткая, что, в общем-то, на активной игре не отражается, а вот от укусов щучьих зубов и стаскивания с крючка здорово спасает. Этот виброхвост вот, например, вот этот пережил уже, вот видно тут покусы, погрызы, крючком подрано. Он пережил уже более 3 десятков щучьих поклевок и до сих пор еще находится в рабочем состоянии. Это я еще не считаю окуневые прикусы. Ничего не оторвали. Ну, как видите, нормально. Вот в таком состоянии засекаемость просто отличная. Иногда, когда дно закоряжено, приходится применять офсетный крючок. И здесь уже бывают иногда не зацепы из-за жесткости резины. Но если офсетный крючок оснащать вот таким вот образом, поперек тела приманки, то все становится намного лучше. В данном случае узкое тело дает выскакивать офсету. И, конечно, не 100% далеко, но засекаемость более-менее нормальная получается. Иногда по-другому не получается. Но в любом случае с этой резиной лучше использовать именно классическую G-головку. Тогда почти каждая поклевка будет реализовываться. Вот такой вот интересный виброхвостик Spike Shed 90. Отдай. Spike Shed. Обзор подготовлен специально для рыболовного интернет-магазина F-магазин.